Всем доброго времени суток. Такая вот сегодня пришла необходимость переселить пчел с улья в ловушку. Обычно переселяют с ловушки в улей, а мы будем с улья в ловушку. Для чего я их переселяю? Попросил у меня человек на продажу пчел. Вот у нас семейка здесь небольшая, как раз для перевозки годится. Я смотрел, думал, здесь 7 рамок. Но это 16-й год. Открыло-то у нас 5 рамок. В 17-м году оставлял это осенью. Ну, думаю, семейка будет плотная уже. То, что лед у них нормальный. И на ледку уже много сидит пчел. Так что будем переселять с улья в ловушку пчелок. Ставим нашу камеру сейчас, куда примостить получше. Так, это мы с этой стороны стоять будем. Камеру поставим отсюда. Посмотрим, что у нас в этой семейке по силе. Я их сегодня переселю вот вечером. Сейчас уже, наверное, 5-й час. Время движется к вечеру, уже 17:00. Ну, приблизительно, 17:00. 17 с копейками. Переселю я их сегодня, и завтра в 4 утра поеду. Дорога будет где-то 180 километров в одну сторону, но обратно буду без пчел, так что на 180 километров, думаю, выдержат эти нашу поездку пчелы. Возил я за 80 по такой дороге убитой, что конями ездить, да колеса могут подваливаться, не считая уже машину. А сейчас у нас сломался мост через Припять, и еще в ту сторону, где я еду, это на Пинск, сломался еще над железной дорогой. Ну, там объезд получается небольшой, всего 15 километров, через Лунинец объедем. Думаю, с утра раненько встану, будет не жарко, то нормально доедем. И взял я ловушку. Есть у меня еще ловушки, но там от одна всего лишь расстояние где-то сантиметр, полтора, а здесь подрамочное пространство у нас получается сантиметров около 10. Но я хотел ту и большую взять ловушку, там на 7 рамок, а здесь на 6 рамок. Но здесь выигрывает она за счет подрамочного пространства. Будет жарко, так сбегут на низ. Ну, будем переселять. Смотреть, что да как. Уже понастраивали языков в отверстие для прикорма. Сразу дам дыма им, чтобы не злились. И будем вскрывать гнездо. Опа. Крыша перевешивает. Подпер крышу, чтобы улей не упал. Убираем утепление. Семейка хорошая, будет плотная рамка. Мед мы съедим сейчас, чтобы не пропадал.
воском. Вкусносища. Мед, конечно, вкусный. Это с садов, одуванчиков. Это что, стамеска липкая. Наша доска вставная. Мисерскую не взял, так бы. Не взял мисочку, так бы мисочку срезал. Ай, повымазывай, пчелы позабирай. Что? Что в ловушку накапаю, все выберут за некоторое время. О, здесь у нас на потолочных кухарев. Приличное количество пчелы, хотя и 5 рамок, но плотненькие. Их сейчас надо будет разбавить сразу ващинкой, но не сразу, это уже человек разбавит, то что в дорогу, конечно, ващину, ай, придавил пчелу малость, так, в дорогу ващину никто ставить то не будет уже. Так, будем переселяться. Наверное, за перегородку пошли немного от дыма. Это сухая. Так. Ну что? Переставляем рамки. Это у нас кормовая. С этой стороны меда море. Здесь перга. Конечно, б кормовую не мешало убрать сейчас, то что вести так плохо будет. Тяжелая она. Ну, думаю, за ночь поприлепливает немного, то болтаться не будет. Здесь у нас расплод. Сплошняк. Полоска осталась зимы. Ладно, поставлю, да вытащу аккуратно.
нашу полоску. Отпрыща. Тоже расплод. Опаньки, уже маточник. Наверное, с яйцом. Не знаю. Чтоб хотя тихую смену не проводили, а то эти пчелы часто у меня сами тихую смену производили матки и не роились. Хорошая семья. Посмотрю сейчас, что там. Не видно ничего. Ладно. Если что, так новый заложит. Недолго. Смотрим. Маточник пустой. Нормально, значит, еще. Конечно, матку я то не найду. Ладно. Так, третья рамка. Осталось две рамки. Тоже расплод. Матки не видно. Получается, у нас 4 рамки расплода и 1 кормовая. Расстояние здесь между рамками немного большое в ловушке. Да, рыбу, чтобы пространство было посвободнее, чтобы перевозить. Ай, укусила, зараза. Грызнула за пальца пчела. Прижал, наверное. Что я хотел показать. Здесь у нас стоят такие вот разделители между рамок. И гвоздики, да, сделать, чтобы рамки не болтались, не ездили туда-сюда. Потом все это дело у нас ложится планка поверх рамок, потолочены, потом еще планка и прижимается так вот. Разозлились пчелы, жарко сейчас на улице, 34 градуса в тени. Так психуют, надо по-быстрому перекидать остальных. Мало того, еще и за гарячий димарха, понял. Так, забираем последнюю рамку. Сулья. О, сколько тут пчелы. Это расплод тоже.
Как я и предполагал, за вставной доской, за утеплением море пчел. Сейчас я туда засуну нашу камеру. Посмотрим. Все это дело надо перегнать, будет нам в ловушку. Не знаю даже, наверное, буду пустой сот ставить, пустый. Они на него забегут, да уже с его струшивать. И потом добавим сюда сот, пускай работает. Сейчас до вечера долго. Еще меда успеют наносить. Не до вечера, вернее, до темноты. Нашел я сотика, здесь он с кормом сот, корма прилично так лежит еще поверху, наверное, килограмма полтора. Мы эту рамку и поставим в улей, в ловушку уже. Сдеру прополис тут, он прополиса налепили, целую кучу прополиса налепили. Так, куда его положить? Сейчас я поставлю на эту рамку, пчел позагоняем оставшихся. То, что и матка может быть за перегородку часто утекает. И уже эту рамку поставим в семье. Получается у нас 4 рамки расплода хорошие, плотные. И 2 рамка корма. Так. Будет надо в эту семейку пару вашим сказать, чтобы поставили. Так. Можно даже и больше. То роиться еще начнуть. Что-то, если смотреть, один маточник заложили. И засматривали с него, они заглядывали. Наверное, тихую смену хотели провести с весны. Не знаю, но вот в этих пчел у меня сколько было. Они почти не роились. Но в том году только раз. А те годы постоянно они тихую смену производили и все. И вот человек у меня покупал пчел, сказал, это хорошая семья. Получается, что не такие роиливые, что сами тихую смену проводят. Ай, придавил пчелку сейчас. Освобожду вторую руку, да, двумя. Что это делаю?
Приставил я к стенке рамку, загоню туда пчел сейчас, они пойдут, и потом с той рамкой струсим сначала сколько раз, сколько будет в ловушку, а потом уже оставшихся с рамкой вместе поставлю. А волнуюсь, чтобы матки не было тут. О, так, все. Длинновато потолочено. О, прикрою, чтобы туда зашли. И загоним оставшихся пчел. Их много осталось в улье. Освободился у нас улей. Пойду троидок сюда, что-нибудь посажу. Красить этот улей не надо, покуда он нормальный, покрашенный, качественный. Надо, уже сколько год краска держится. Есть улья, что уже и краска пооблазила. Он на синем, например, краска облезла уже. Но он с пчелами не выселяли, сколько уже, наверное, 10 год. Надо будет подкрасить вместе с пчелами, вот летом. На ночь покрашу, чтобы перебунтовали уже за ночь, да еще. А уже за ночь подсохнет, так думаю, злиться не будут так с утра. И много таких уже ульев, что красить надо. Где-то три улья надо, 4 перекрашивать. Но они с пчелами все время. А пересаживать я редко, когда пересаживаю и другие. Потому что ульи тяжелые, это надо один снять, второй поставить. Так, видите, о, стенка около 10 сантиметров. Здесь 30-ка доска, здесь 30-ка и это вагонка 15. Это получается 60, 70. 70 миллиметров стенка. А, пчелки уже пошли на рамку много. Это вот у нас в ловушке, что сидит. О, сидят, мед сверху съедают, тот, что под потолочным был. Привыкли уже, летят верхний литок. Надо прикрыть, пускай ловушку идут, наверное. Сейчас я тут приму заглушки слегка, да потолочный прикрыем литок, чтобы пчела не садилась сюда, а шла пчела в это, в ящик наш, в ловушку. О, подопру, елки-палки, все сыпется да падает. О, прикрыл верхний литок в улье. Пускай в ловушку идут. Так, пчела уже собралась, думаю, на рамке. Заберем сейчас ее. О! Сколько пчел из улья. Это на рамку насела, еще на стене сколько. Все. Наша ловушечка заполнена. 6 рамочек, 4 расплода, 2 кормовые. Сейчас возьмем потолочный, прикрыем все это дело. Так, а где-то еще потолочный с этого, с ловушки я одел. Это потолочный положил, не помню. Вроде ж были. Ложим сюда вот планки так. Потом потолочные ложатся у нас.
Вот сюда планки ложатся. Разделитель у нас есть между рамками. Вот. Здесь гвоздики торчат, это стопора. И на эту сторону то же самое ложим. Наверное, местами попутал троху. Так, а что-то не залазит. Ладно, сейчас разберемся, что оно тут подсохло, наверное. Или планка не отсюда. Так, сюда идет, а туда что не идет? Длиннее это, короче, все-таки это сюда, отсюда, это сюда. Так, все это дело сейчас мы положим и прикрыем, чтобы было поплотнее. А может даже сообразим, сюда положим мы потолще внутрь улья, внутрь ловушки. А потом уже потолок прикрыем. Это у нас ложится картонка для уплотнения. Потому что рамки не очень так равномерно прилегают так, по толщине верхних планок. Где больше прополиса, там налеплена воска. А это вторую положим. Тоже. Потом все это дело прикроем потолочинами. И еще добавится эти вот планки. И все это дело зажмем. Сейчас я покажу как. Пойду потолочину возьму. Потолочины у нас с отверстиями, я насверлю такие решеточки, чтобы вентиляция была. Так, ложим сюда. Это будет у нас центральная. Немного уже ловушка полежала, так такая порассохлась. Так щелины. Ну, щелины мы заткнем, конечно. Да и довольно такие приличные щелины вышли. Не было такого раньше. Ладно, не знаю, сейчас я прикрою покуда. А туда положим планку. Планочка. Ладно, щелина большая. Это верх. Верх деформировался, вот, повыгинало боки. Так, получилась щель у нас. Наверное, я все, ой, это дело закрыю, а потом уже по это, позатыкаю, речку выражу. Растянул я ролик этот уже. Ну, так есть, так есть. Получается у нас принцип, вот расскажу. Надо будет отвертку брать эти. Получается у нас вот, подложу я эту планку сейчас сюда. И вот этой вот потом прижмется с этой стороны. И оно получается, что ужимая потолочины эти две вместе с рамками. И уже получится, что как бы они будут фиксированные, вверх-вниз не будут болтаться, и в сторону прижмутся по плоскости, так не очень так будет. Еще за нож плотно подлепят, то будет добро держаться. Все это дело уже буду зажимать, а снимать не буду, то что и так ролик растянул. Вот основное наше действие, это будет уже прижать все это дело. Подложу планки под низ, так, если вот. И болтами прыгну шурупами. В этом виде они поедут. Сейчас пчел половлю. Это уже так. Вот уже в ловушке сидят они. Наши пчелы. Опять прервалось видео. Снимаю на фотоаппарат. Здесь защелка уже
барахлит немного. Дернешь, так сбивается. Ладно. Вот видно, ловушку пчела подзывает остальных уже. Так что сейчас я с тех сулья буду собирать. Сыпать сюда на доску, пускай заходит. И все это дело закрою уже, чтобы они успокоились. Завтра с утреца раненько поедем дорогу. Ну, всем, кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Буду очень рад. Всем удачи, до свидания.